отработка паса, контратак и стандартных ударов. Несмотря на пока еще дождливую прохладную погоду, ульяновские футболисты готовятся к старту нового сезона юношеской футбольной лиги. Уже третий сезон наш регион там представляет спортивная школа по футболу «Волга». В чемпионате принимают участие три команды. Это игроки 2007-2008-2009 годов рождения. Соревнования считаются престижными и дают дорогу спортсменам в профессиональный спорт. Безусловно, это и есть как раз наша цель, да, вот, дать им такую возможность, помимо тренировочного процесса в хороших условиях, еще и участие в престижнейших, в самых высокого уровня соревнованиях. Как раз это наша задача, и они вот после таких соревнований, именно кто-то из них наверняка заиграет когда-то в профессиональных командах, будь то «Волга», «Ульяновск» или более там именитые клубы страны. На тренировках все как у профессионалов. С голкиперами работает отдельный тренер, с полевыми игроками занимается свой преподаватель. За всем с бровки наблюдает врач. В команду вошли лучшие футболисты региона. Один из них Сергей Устимов. Спортсмен в футболе 9 лет. Выбор игрока поддерживает вся семья. Ведь отец, дядя и дед Сергея также занимались футболом. Вместе с командой в этом году спортсмен готов показывать хороший результат. Первая половина в том году была, мягко сказать, не очень. Много поражений было, а во второй уже так разогнались и пошло-поехало. Начали вот хорошо, закончили сезон. Планируем сейчас по накатанной, как считается, то, что не заканчивается сезон, продолжить его с побед. Первая игра у старшей команды состоится через месяц в Оренбурге. Первая домашняя игра в начале мая с командой «Крылья Советов». Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.